И Вася, сегодня... подожди, я тоже сейчас начну стримчик на YouTube. Ладно, давайте, окей? я сейчас тоже начну стримить сюда. Сейчас я нашел видео выживания. А, кстати, прикольно сделали в меню. Когда ты нажимаешь L1 или L1, ты перемещаешься. Майен. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл. Сегодня мы будем выживать с ресурсами. Ну, мы их возьмем с креатива, конечно же. Ой, бардон, не туда камера повернута. Ай, сука, ладно, люди, поехали. Всем привет, с вами я, Санёк, и мои друзья, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И как вы поняли по названию, тут будет все по-реальному. Только мы лошади. Все, давайте, поехали. Как раз мы будем ночью охотиться. Давай, сделай себе лошадь и поехали. Я пешком. Да не, так тебе мобы будут убивать, я поставил на суперсложный. Да я выживал на суперсложно. Ладно. И при этом без лошади. Один. Я был как в DayZ, один выживший. Хотя не люди, а я убью сейчас свою лошадь. Почему? Я хочу осла. Ой, блин, Жора, твою случайно лошадь бью. Ты что? Я сейчас твою лошадь случайно бил. Прости, Жорка. Жорка, прости меня. Ты простишь меня? А как ты ее опять? А как ее жизнь восстановить? Никак. Покорми ее. Или скачать мод на бинты. На бинты. Да, кстати, есть такой мод. Ты скачал мод на DayZ, и там тебе сразу бинты даются. В начале каждого выживания. О, yes. А как, кстати, там текст... Чё, как скачивать моды, спрашиваешь? Нет, не-не-не-не-не-не. А как называется яйцо этого... Осла? Драгона? Да, осла. Не знаю. Ну, я вообще мол, это мол, дракона. Это... Вот. Да, вот, это вот мул. Увидел. Нет, это не мул. Это осёл. Да, осёл. Давай. Я уже здесь приручился. А вы знаете, что на осла можно сундук нацеплять, вы знаете? Ой, да, я тоже хочу на осла. Да. Я не знал, потому что я всегда не пользуюсь передвижными средствами. А, короче, на осла можно сундук надевать. Да. И, короче, там сундук... Это как будто портфель. Ребята, тут два призрачных зимних скелета. Может быть, ко мне кто-то придёт? Сейчас. Где осёл? Где мой осёл? Осёлчик. Ой. Вот, всё, нацепил. Так, стрелы есть, здрасте. Ой, и при этом передо мной ведьма. Так. И кстати, ведьма так посередине стоит, как будто бы она важна. О, так у нас тут игрок один есть. Какой? Он офигел! Офигел, он его осла убил! Все на его в атаку! Карина какая-то! Вообще офигела! Она офигеть! Это она или он? Она офигеть какая! Она моего осла убила! Она моего тоже убила! Ну я ее исключила! Я помог вам! Молодец! Один наперся на меня! Один наперся на меня из скелеток! Ненавижу. Вот как бывает, вот как могут люди просто гриферы присоединиться и, короче, всех тут убивать.
Ладно, я воспользуюсь немного читом, потому что этот скелет меня бесит. Он меня достал. А как одевать сундук? Просто видишь, зада шла, да, назад шла, просто нажми. Вонючий. Два. Боже мой, мне глаза слезятся из-за света. Ой, бля. Мне нужны медикаменты. Кто может полекать? Я тебя могу полекать. Сука. Да, я тебя могу полекать. Давай я тебя полекаю. Нет. Давай я тебя полекаю. Я тебя могу полекать. Тебя полекать? Я могу дать еды, у меня ее море. У меня еще есть золотые зачарованные яблочки. Значит, подходи к Алушину, потому что это я. Алушин, так где? А почему у тебя не Калушин? Привет, Журка. Мне на Новый год так Привет. Сделали. Мне так на Новый год сделали. А где вот этот чувак? Я в зимнем бионе мне вообще гуляю. Ладно, сейчас погнали к нему. Ой, я тебе впереди, который. Жорка. Бля, только не этот. Только не этот. Ребята, помощь! Помощь! Тут скелет за мной ходит. Ой! Сука! Это призрачный! Только замедляет, слил ее! Ну блин! Я бегу к вам! Где эта штука? А там еще и зомби-житель. Бля. Зомби-житель? А у меня два сердечка. Да. Ой, блин. Плохо тебе. Я иду к бункеру. Сука. Ну. Стоп, а я был в креативе? Да. А я не знал. А Майя, смотрите, а Майя сон летает. Лол. О, блин, а я в креативе. Вы что? А почему Гео покинул? Что? Почему Гео покинул? Ой, ребята. Флора, чего ты... Потому что интернет залагал. А можешь пригласить меня? Беги к бункеру. Я около бункера. В лесах стоит. Я около входа. Вот я. Так, где Генда? Где Генда? Какой Генда? Ну-ка. Мне сейчас срочно. Нужны медикаменты и еда. Всё, я уже пригласил. На. Так, Саша. А, боже мой. Какой ник? На, яблочки бери. Ешь яблочки. Добавляю. Я только русских добавляю для тебя, кстати. Окей. Да блин. Съешь яблочко. Я тебе дал яблочки. Ой, блин. Ой, я где-то. Где я? Где-то. О, я пошел воевать. Да. Я тоже. О! Там Эндер рядом. Эндер? Да, Эндер. И, кстати, паук на горе. Я просто да, я знаю, я к нему как раз иду. Ё-мо, их там двое! А здесь один зомби! Да, я увидел его. А там вы не представляете, сколько там пиздюков. Я в зимний биом, иду. Кстати, зимний биом прямо перед вами должен быть. Да, он перед нами прям. Ой, что? Там пиздец скелет.
ты не представляешь. Там очень много скелетов. Нет, там пиздец какой. Ой, я одного кого-то увидел. А! Ой! А, да за... Алло, алло, алло. Милк, алло. Что тебе нужно, Милка? Тогда пока. И в пупка поиграть. У меня пупка нету. Не, я имею в виду Fortnite. Ага. А где вы? Мы в зимнем биоме уже. А. Горящий тут. Тут горящий. Пошел нахуй, пидор. Че? И, кстати, ладно, чтобы я никто пошел в середину, не пришел. Я, короче, пошел в середину зимнего биома. Там в середине пиздец, около входа в лес. Там пиздец, короче. Я там никого не еще боюсь. Не вижу. Ой, там бурый медведь! Там бурый медведь есть. Там не только бурый медведь, нахрен. Бурый медведь! Взять. Получай, вау! Офигеть, какой у меня урон на нос! Сколько? Там еще зайчики. Там должен быть призрачный в лесах. Пошли. Там призрачный должен быть. Там мы идем в лес. Там призрачный, который. Призрачный? Да, есть призрачный. Ой, я одного вижу призрачный. А хотя нет, это не он. Он ворот подумает, Джорджи подумает, что это, что ты призрачный. Виу! Ой! Не, ну призрачный, там пиздец сложный. Я вообще не знаю, я иду, я тут хожу, никого не вижу. Ай. Ой, собачка нашел! О, собачка, да, кстати. Я тоже. Я ее убил! Живодер. А нет, а около меня тут собачка есть. Блин, а что я не могу вылезти? Потому что ты не умеешь играть. Yeah. Да, кстати, по стриму было видно, как ты наркотики кидал. Я уже весь лес прошел и никого не увидел, кроме медведя. Не собак. Я тут никого нету. Не, но ночью перед входом вот, в лес стоял. Ладно, давайте парень. Поставим ночь. Призрачный. Давай. Давайте поставим ночь. О, и все летим в начало леса. Ой, там блин, я быть, хожу пидор. С лопатой. Там должен, тут должен быть пидор. Где-то. Блин, а по-моему я потерялся. Поздравляю. Ребята, я, короче, проверяю вход леса. Я возле входа леса. Мне очень страшно. Не, я проверяю вход леса, кто-то проверяет сам лес. Ладно, я буду проверять сам лес. А кто-то выход. А кто-то выход. Ну, не знаю, блин. Сука, зомби с лопатой. Лора, зачем ты телепортировался ко мне? Пошел нахуй, пидор вонючий. Я тут ой, я здесь крип. А вы сервайвали? Да. Я, ой, да, я здесь да. в креативе хожу. Я никого не вижу. Блять. Ладно, я киркой буду сражаться. А тебя меч сломался? Меня ранили. У меня какой-то маджа добавил в друзья. То есть мне прислал добавление в друзья. Так. Чё так? Короче, я умираю. Призрачный. Не надо, Сора. Я не сдаюсь. Ой, крипер. Тут очень много мобов, но не знаю, я не вижу никого. Офигеть, как у моей лошади мало хп. А кто тебя добавлял в друзья?
Да, Кирилла. А. Я тут никого не вижу, тут только вижу обычных людей. Я тут просто... Офигеть, призрачный гонщик! Призрачный скелет! Короче, я беру мою лошадь. Угу. Офигеть, какой он жесткий! А, нет, он не жесткий вообще. Я думал, что он вообще... На Xbox One X ты не знаешь, что там творится с ним. Когда ты атакуешь его 10 раз мечом, любым мечом, он становится огромным. У него вместо рук вроде бы... Я хочу сам себя кикнуть. В смысле? Это получится. Ага. Да, я знаю. Это получится. А, знаю. Это надо, чтобы тебя кто-то кикнул. Ну... Но я как не хочу. Я хожу по лесу и ничего не... Только вижу обычных мобов. А я видел около входа там пиздюк. Ну вы в курсе, кого я называю пиздюк? Ой, я крипера увидел! А тут еще два пиздюка. Только один призрачный, один обычный. Ой, я кого-то увидел! За кого? За кем-то паук вот, идет! Не за мной точно. А! Во! Я тебя увидел! Да, меня? Я летаю. Нет, Кирилл. О! Призрачный скелетон! Офигеть, конченый пиздюк. Он мою лошадь почти убил. То есть козла моего. А у меня лошадь, потому что я моего козла потерял. Козёл, ты козёл, вора, ты козёл. Так, ребята, давайте сейчас сходим в бункер и отложим весь наш лут. Я могу... Стойте, а где бункер? А можно ведь умереть просто? А в этой версии Майнкрафта есть карта? Карта, да. Как ее открывать? Есть, я вспомнил. Я просто думал, что по-другому там карта делается. Все, я возле бункера, можете ко мне телепортироваться. Все ко мне, тпхайтесь, я уже внутри. Я же тоже. Здорово. Здорово, братан. Это будет мой питомец. Привет, крошка, привет. Где? Хороший такой. Ой, посмотрите, он вырос. Ой, у него такая хорошая вон эта вот штука. У него здесь такая хорошая... Голая мордочка. Вора, ты чё? Тебе ещё нельзя это смотреть. Осёл, проси, что я тебя бью, но ты просто меня надоедаешь, ты меня на нервы. А можно я быстренько в креатив зайду? Нет, нельзя. Ну, я просто не знаю, где моя лошадь. Ну, осёл. Лошадь осёл, лошадь. Я сейчас приглашу того чувака, который меня в друзья добавил. А он русский? Я не знаю. Я совсем не знаю. Ну боже! Не хочу! Люди! Привет! Я хочу вас шокировать. Мне папа разрешил купить подписку на 1 лет. На 1 год. Вау. Давай к нам заходи в Майнкрафт. Сейчас зайду, подожди. Йоу, чуваки, сейчас давайте... Заходи. Давайте сделаем огроменный замок. Как вам такая идея? О, да! Типа как у нацистов? Как у нацистов, что ли? Ну, в типа креативе? Того. Да, в креативе. Давайте. Хорошо. А чего он будет? Ребята, как думаешь? Из дерева, конечно, нет. Из кварца.
Да блин, Жора ебался с дверью. Я с дверью! Мне для начала показалось, что ты сказал, закрой свои ебало! Надо подождать, потом меня скажешь, что я могу зайти. Пригласите меня, плиз, пригласите. Окей, сейчас я тебя пригласил, Ромочка. Привет, Флора. Флора, давай целоваться, Флора, давай целоваться. Чего целоваться? Давай поцелуемся. Давай пошли в ванну, там закроемся и будем целоваться. Подождите. Давай, подождите, просто надо подождать потом. Давай. Привет, Флорка. Подождите, сейчас я зайду. Вообще, что с вами творится? Фу! Я не гей. Пошел отсюда! Ты чё? Я думал, что ты девушка, а ты мальчик! Пошел отсюда! Я думал, что я девочка вообще! Ладно, сиди. Привет, я с подпиской на один год. Привет. Люди, ладно, люди, давайте спустимся за мной. Люди, погнали за мной. Иду. Хотя, люди, давайте на мини-игры пойдем. О, да! Нет, давайте поиграем там. Я на мини-игры пошел. Ко мне присоединяйтесь, почему? Окей? Ладно, давай. Я знаю, вы как зашли? Заходить. Стой, а Лушин, ты зашел? Личка. Да. Окей. Все, окей. Присоединяйтесь, я зашел. Ник похож на лисичку. А, ну да, кстати. Подождите, сейчас я присоединю. Из-за этого мои некоторые друзья меня так начали называть. Вы присоединяйтесь. Подожди, блин, а что я не могу в мини-игру зайти? Я знаю, Флора. Но я нажимаю на мини-геймс. Я захожу в Friends, и там вас нет просто. Ну да. Мне тоже. А вы в какую играете? В Glide, Tumble или Battle? Пригласи давай. Стойте, окей, тогда давайте кто-то... А, все. А что ты меня не пригласил? Ну, не можете присоединиться. Пригласил, окей? Всем пока, с вами был Жора, и сегодня я играл с моими друзьями. Всем пока.